Ой-ой-ой, какой смешные новости там. Да, кто-то мне звонит. Алло, бабушка. Алло. А чего ты мне звонишь? Шашлычок пожарить. Шашлычок пожарить. Что, мне ехать к тебе на шашлычок? Конечно, есть. Хорошо, я уже собираюсь. Так, бежим. Надо быстрее бежать. Внучек. Бабуля. Внучек. Привет. Бабуля, а как у тебя дела? Хорошо. И бери мои ручки и пойдем жарить шашлычок. Хорошо, сейчас я ручки помою. Все, я помыл, побежал. Можно я тут посмотрю? У тебя тут новенькая квартирка, я как вижу. Да, я ее недавно купила. Ага, мне тут очень нравится. Да, мне эта квартирка очень просто нравится. Хочешь, останешься у меня на завтра, поночуешь тут? Ну, давай. Правда, у меня тут еще кровать не завезли, поэтому я сплю на диване. Хорошо. Я уже заказала кровать, и мне уже послезавтра она приедет. Бабушка, чтобы жарить шашлычок, нужна вот эта штука, чтобы жарить мясо. Эта штука надо разогреть. А чтобы разогреть, нужен огонь. А для огня нужны дрова. Где пошли за дровами. Пошли за дровами. Вот, смотри, у меня здесь есть досочки. Дрова. Хорошо, я пойду за дровами вон туда вот. Так, что тут у нас есть? Интересно. Вроде тут ничего нема. Ладно, посмотрим. Так, ну да, я пошел, короче, вон добывать. Там вот много чего есть. Вон, посмотри. Ну все, пошли за дровами. Тем временем наши друзья начали добывать дрова. Ну что ж, бабушка, вон я вижу дерево, я пойду его добуду. Я пособираю морковки. Угу, у тебя тут же огород есть. Ну вот, я немного добыл дерева. Вот яичко тут есть. Интересно, что тут еще есть? Я еще насобирала 8. Ребята, пишите, хотите вы шашлычок. А мы тут с бабушкой вообще, у бабушки супер. Тут никаких гаджетов нет, а тут вообще развлекайся. У бабушки супер. На даче. Слушайте родителей. Угу. Ну ладно, пошли в домик. Пошли, я нам приготовлю салатик. А я нам разведу костер. Мурзя. Мурзик, выйди. Смотри, да, какой у меня Мурзя. Мурзя, ой, как я давно с тобой не виделся. Так, ну что, я буду... Так, делать... Мурзя, заходи в домик. Я нам сейчас сделаю костер. Так, вот так. Все, готово, я разжег костер. Так, Мурзя, давай мы тебя сейчас заведем. Так, вот моя штука для шашлычков. Ой. Ну все, Мурзя, постой здесь. Постелю с ним и пока. Мы скоро придем. Так, все, давай зарыть пиццу и шашлычки. Так, я буду делать пиццу. Так, делаем вот так. А можно мне такое пожарить? Так. Я слышал, что сейчас очень жареные бургеры очень вкусные, так что я их пожарю. А зачем ты камеру наблюдения поставила? Чтобы смотреть, если ко мне мой внучок не приходит. А я зарю свой бургер. Так он уже готовый, снимай быстрее. Ой, он сейчас горит, надо кушать. Ребята, и вы тоже угощайтесь, такие бургеры, они очень вкусные. Сейчас я их буду кушать. Все, я покушала. Я вкусно. Пойду в домик. Хорошо. Мурзяк. А ну иди сюда, кто у меня послушный котик? Кто? А ну поехали.
Так, Михося, ты погладь Морзю, а я схожу по делам. Какой ты смешной. Так, пока бабушка не видит, я на нем покатаюсь. Как на него взяли здесь, а вот? Внучек! Ой, бабушка, помогите! Ребята, спасите меня. Ой, бабушка, ты на Мурзе катаешься. Так, Мурзе не трогать. Ну хорошо, хорошо. Хорошо, можно не трогать. Ребята, вы тоже слушайте маму, папу. Смотрите, чтобы вас никто не украл. Угу. А за родители вас очень любят. Ну ладно, Мурзя, стой тут. Мурзя! Что такое Мурзя? Что такое Мурзя? Мурзя, это Мурзи. Значит, он много мурчит. А, вот откуда. Так, я буду принимать душ. Хорошо. Ну реально, ребята. Ну все. Что с ним такое поделать? Может, потеряемся. Ну да, по телеку как раз мои любимые мультики показывают. Так, рядочек, все написано. Ого, что это там по телеку? Там какие-то убийства показывают. Там как убивают всяких операторов. Так, там такая баба... включаем тебе свинку Пеппу. Да, я эти убийства не хочу смотреть. Всё, и ребята, если вам не больше 12 лет, то лучше убийства всякие по телеку не смотрите. Я вам запрещаю. И бабушка тоже нельзя смотреть. Так, о, тут очень красиво. Так, наклеечка какая. Не упусть путить. Молодец. Так. Вообще шикарно. Так вот эти вот наклеечки. Бабушка, что ты делаешь? А я работаю учителем, я проверяю тетрадки учеников. А, ну понятно. Тут так здорово у тебя в селе, скажи. Да, а ты все уроки сделал? Да, еще в пятницу. Молодец. Поэтому выходные к тебе приехал. Кстати, у меня для тебя подарок. Ура. Интересно, что это мне там бабушка приготовила? Так. Какая красотища! Какой он вкусный! Ребята, угадайте, что это? Оно розовенькое, кудренькое и очень вкусное. И правильно, это пончик. Я знаю, ты любишь красный, но там был коричневый и розовый. Розовый больше похож... на красный больше похож на розовый. Я тебе взяла розовый. Ребята, я вам еще пончик вот такой дарю. На, кусайте его. О, вы его съели? Ну, молодец. Ну ладно, ребята, мы с вами на этом будем прощаться. Ну так что все. Так, подождите. И так. И Миша. Так. Мне. Все, можно прощаться. И слушайтесь маму с папой. Обязательно. И слушайтесь бабушку и дедушку. Ну ладно, вы были на канале Зесина Миша. Всем пока!